картина все больше характерная для Гомельской области. Убранные палетки, собранные вот такие тюки солома. Правда, и их худко перевезуть ближе, до фермов. Жнево на Гомельщине давно перешло свой экватор. Олег, это не значит, что потребования до дисциплины и якости работ снижаются. Хочей на дворот. Низкие темпы жнива зараз – это махчимые страты урожаю. О коммунальном, сельскохозяйственном, унитарном предприемстве Губича кажуть, что до закончения работ тут засталось неде 3 дни. Когда увеличивать прогнозуемую отсутность дождев у этот период, у вязковцев есть у все махчимости укласться у вызначенный термин. И это господарцы планируют собрать урожай зерневых на 1,5–2 тысячи тонн больше, чем летость. Когда бы не отсутность опадков у червени, что не лепшим чином поуплывало на стан культур, урожай был бы еще больше значным. Что тельца якости работы, то тут особливых за увагу до механизаторов нема. У речи за штурвалами комбайну у первой большинстве опытные специалисты, которые разумеют, жниво час, когда можно добро заработать. Правда, меры воздействия на недобросумленных работников у коллективном договоре все ж таки предугледили. Таких вопросов у нас по нарушениям нет, потому что каждый механизатор, зная, что такое уборка хлеба, и старается выполнять все требования, которые выставляются агрономической службой и инженерной. Если действительно будут какие-то грубые нарушения, там есть понятие такое по тарифной ставке, расчет, и, естественно, оплата будет в несколько раз ниже. Значных порушений в дисциплине у КСУП Губича не было уже годов 5. Порушальникам саправды есть что страчивать. Сегодня у господарства оказывают своим работникам разностайную допомогу на кшталт забеспечения сельскохозяйственной продукции, причем по минимальных ценах. И еще одна мера захворчивания для тех, кто не порушает дисциплину – бесплатное харчевание. Те же механизаторы на палетках зараз отримают его двойче на день, доярки один раз. Меню, зрозуміло, не ресторанное, але все смачно и корисно для здоровья. На обед суп гороховый. Каша рисовая, котлета мясная, салат из капусты и компот. На ужин картофельное пюре, поджарка, салат с огурцов. Згодно з апошніми даденими, намалот збожжа на Гомельщині перевозив 800 тысяч тонн. Прикладно кожная 10-я тонна отримана на Будокошальовщині. Ближей за усіх до завершення жнива господарки Речицького района тут же і самый высокий собраний урожай – больше 100 тысяч тонн. Середня урожайність у регіоні – 31,4 з гектара, що на 3,5 больше, чим було літось. Олег Сінтюров, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель», Будокошальовський район.